Всего в Сочи будет организовано 12 мест для крещенских купаний во всех районах города. Места традиционные, за исключением Адлерской набережной. Там купание отменили в связи с недавней трагедией самолета Ту-154 и гибелью людей вблизи побережья. Такие рекомендации дал благочинный адлерских церквей отец Алексей. В остальных же местах глава Сочи поручил обеспечить все необходимые меры безопасности, в частности, организовать дежурство скорой помощи и спасателей. Спасатели «Кубань спас», спасатели службы спасения города, значит, спасатели ЮРП ГИМСа. Вот, распределите буквально везде. Вот их у нас 12, и там 3-4 человека должно быть. Казачество, которое должно там тоже патрулировать. Крещенские купания намечены в ночь на 19 января и 19 числа утром. До этого времени, поручил Пахомов, необходимо обследовать места для купаний. Добавлю, что утром 18 и 19 января во всех храмах города Сочи будут проведены службы, по окончании которых можно будет набрать святую воду.